Ну, поскольку финны начали, так сказать, борзеть, давай уже назвать вещи своими именами, и активно действовать прямо непосредственно на линии фронта. То есть, они уже даже прилетали сюда, да? Они даже над нашей территорией преследовали бомбардировщиков. Там, скажем, 16-я бригада 19 числа, они уже последние бомбардировщики были сбиты над нашей территорией уже. Ну, это есть, да, это причем уже... там вплоть до того, что летчиков расстреливали. Там есть такая история, там, по-моему, вот это, кстати, в Хуханате. Mm-hmm. Забыл что-то. Он на крыло летчика, ну, случайно. Mm-hmm. Ударил крылом. Нашего, да, летчика, выпрыгнувшего, крылом ударил, у него зацепился и висел на крыле. Вот там. Ну, наши, по крайней мере, пишут, что расстреливали mm-hmm. выпрыгнувших. Ну, честно говоря, как бы, зная поведение финнов на земле, ну, я, да. честно говоря, совершенно не нет никаких, в общем, сомнений в этом, да, даже. Вот. Наши истребители, ну, естественно, как бы, поскольку наши истребители все постоянно вертелись в районе линии фронта, там, вот, естественно, как бы избежать встреч с ними, ну, уже не физически, да, было невозможно. Вот. Два первых боя 24-й эскадрильи, собственно, с истребителями состоялись 19 уже декабря. Вот. Сцепились они с ишаками. Один бой был проведен с летчиками 25-го ЭАП. Закончился тем, что финны, в общем-то, крутым пикированием ушли из боя. А вот девятку 68-го ЭАПа они смогли, так сказать, застать врасплох. В итоге старший сержант Келпо Вирта записал на свой счет 2-16. Но в процессе, в ходе боя они потеряли строй. И, в общем, тоже предпочли ретироваться в итоге. Ну, там было 3 финна против 9 и 16. То есть, они тройкой отковали девятку шагов, да? Ну, я говорю, они вот в середине декабря они себя прям почувствовали королями воздуха. То есть, очень нагло действовали. Ну, на самом деле, как бы из этих 2 и 16, один действительно разбился, уже как бы на аэродром садился из-за полученных повреждений. Второй, в общем-то, вернулся с 56 пробоинами, что, в общем-то, говорит о том, что Келпо Вирта стрелял тоже прекрасно. Неплохо, да. Вот. Но, тем не менее, 16 оказался достаточно живучей машиной, он долетел до аэродрома, сел, там был отремонтирован потом. Кстати сказать, да, отсутствие базовой подготовки вот этой вот, как бы, введения воздушного боя маневренного, оно очень сразу вылезло, потому что в первых же боях, да, там два достаточно опытных финских летчика, это как-то там Савелиус и тот же Келпо Вирта, они сорвались в штопор. Это вроде Фокера, да, там не такой уж самолет, подверженный таким. То есть они в процессе маневрирования, они оба там потеряли скорость, сорвались в штопор в итоге. Вот. Ну, ребята как бы в воздушном бой не очень умели. Стреляли метко, все прекрасно. То, что ты показал. Да. Видят, ну, если это... их не видят, атакуют. Если сразу не получилось, сразу уходят пикированием, да? Да, то есть там, ну, понятно, что, ну, втроем там с 9 истребителями драться, ну, это надо себя крайне там... Это если там на Фукиуме... Это японцы могли себе позволить. Да, там можешь там переманеврировать или свинтить в любой момент, там улететь, вернуться. Там, а на Фокере тут как бы один вариант. Вниз ушел и все. Кстати, это очень сильно объясняет, почему у нас такой оверклайм вообще адский был. Потому что наши как бы видели падающий самолет. Ну, как бы, ну, значит, сбил. Стреляли, все, он ушел вниз, короче. А у финнов была фишка то, что они на пикировании могли уйти, это 16, да? Ну, да, Фокер гораздо лучше 16 пикирован. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, 16,5. Вот это, собственно говоря, его единственный такой козырь был. На следующий день опять бой был воздушный, несмотря на то, что Магнуссон, собственно, не отменял свой приказ, запрещающий вступать в бой с истребителями. Это был уже такой отряд Вуарелла, там, лейтенанта Вуарелла, там из двух звеньев стоял. Они провели бой, опять же, с 7-м и 68-м ЭАП, вот, записали на свой счет 2,16, наши записали 4 Фокера в ответ. Никто себя не сдерживал, короче, как я посмотрю, да? Ну, все разошлись довольны собой, ни одна из сторон потери, в общем-то, не имела, хотя один Фокер разбился, он уже, как бы, когда летел назад, у него кончилось внезапно горючее, он, в общем-то, шлепнулся. Ну, разбился не насмерть, вот, то есть Фокер отремонтировали. Скорее всего, результат воздушного боя, конечно, прострел получил, да. А с нашей стороны, кстати говоря, потерь нет, это я соврал, конечно. Потому что сбили, опять же, того же самого нашего Петра Афанасьевича Покрышева. Ему везло, короче, в начале советско-финляндской войны. Выборгом, да. Ну, на сей раз его прям, ну, по нашим данным, он там засмотрелся на падающий
Он так, даже это не по нашим данным, это в книжке «Иноземцев» прочитал. Он гнался за Фокером уходящим. Вот, значит, над Выборгом его сбил, стал, значит, вокруг падающего кружить. И, значит, зенитная артиллерия его подбила. В общем, он перетянул линию фронта, шлепнулся там в какой-то болот, самолет сгорел. Но Петр Афанасьевич, как мы все знаем, выжил. И, в общем, слава богу. А с финской стороны нет описания боя? У финнов вообще, кстати говоря, у финнов по истребителям с документами прям вообще швах полный. У них ЖБД есть, например, из 24-й эскадрильи, только у одного звена за очень небольшой отрезок времени. И ну, там какая-то вообще ни о чем. Совершенно вот. Ну, к счастью, там поделился с нами в свое время вот этими отчетами, написанными Лоренцем. Там более-менее это все расписано. Ну, нет, там есть как бы всякие параллельные тоже там документы. Вот, но так, можно, может быть, финны специально сожгли ЖБД, скрывают потери. Может быть, у них было потеряно 200 да, фокеров. Наверняка, да. Вот что только они за Великую Отечественную забыли сжечь. Там прям... Ух! Не, сразу хочу сказать, что финны скрывают потери. Тут, к сожалению, не работает, что у финнов история каждого самолета известна, как бы, и тут ну, просто нету простора для... Причем известно вплоть до того, что когда он там в ремонт на завод уехал, когда вернулся. И хорошо финских историков подлавливать на такой фигне, когда они пишут, что у нас было там 6 самолетов, там, а им говорят, слушайте, вот же у вас написано, что у вас было 8. А, ну этот на следующий день уехал в ремонт. Ну так на следующий день, в этот день он был. Ну, это не считается. Вот, в общем, кстати говоря, финны отмечали, что ну, такой интересный момент. Да, я... Наши-то про это, естественно, не пишут. У нас там... Но финны отмечают, что даже при значительном численном превосходстве советских истребителей, оно такое было практически всегда. Нередки были случаи, когда наши сразу в этот испанский круг, так называемый, вставали, когда там один истребитель прикрывает хвост другого, то есть сразу пассивную позицию занимали. Это даже 16? Да. А они только в основном с 16 воевали в декабре, потому что чайки еще ну, там, особо в боях не участвовали. Вот. Против них, получается, одна 59-я бригада в основном воевала, да? Ну, 54-я тоже, но в основном, да, 59-я. 54-я, она ПВО была, вот. Но они в декабре выполняли вылеты на фронт. То есть там, получается, 7-й, 25-й, 68-й полки, да, в основном с ними воевали, про которые ты, в общем, про все сказал уже практически. Финны почувствовали себя, так сказать, в силах. А тут еще у нас на фронте, как известно, произошли всякие малоприятные события. Финны отбились там на Карельском перешейке, смогли успешный контрудар нанести там по Талвайярве и Суму-Салме. Вот, ну, Суму-Салме еще там до трагедии не дошло пока, но тем не менее контрудар был в середине декабря нанесен достаточно серьезный, создал ему большие проблемы. Финны начали такой бодренький оптимизм испытывать в отношении продолжения войны. Вот. То есть уже подумали, что все-таки удастся им продержаться те самые пресловутые да. полгода, да? Да, да, да. В финской ставке понимали, что война как бы началась только, и все эти успехи, они, ну, пока еще мало о чем говорят. Временный характер, да. скорее, значит. Но, как говорится, командиры равным рангом пониже уже рвались в бой. И, в общем, Маннергейма уговорили нанести контрудар на перешейке. Туда стянули практически все наличные резервы финской армии. Замысел был в том, что правофланговый корпус, второй мягкий корпус армии Перешейка должен был разгромить, соответственно, окружить и разгромить левый фланг советской 7-й армии. Нагло, прямо скажем. Да, поскольку они понимали, что это прям вот это уже заход такой по-взрослому, они решили привлечь значительную часть своих войск к этой операции. В общем-то, весь 4-й авиаполк привлекался. Целых 17 Бленхеймов. Да, но уже на тот момент уже, уже не 17. Практически все С-10, единственную эскадрилью пикировщиков финскую, а, соответственно, 24-я эскадрилья должна была обеспечить их прикрытие, ну. прикрытие да, и работу. И вот тут понеслась, ну, о том, как работала финская ударная авиация, мы поговорим, когда будем говорить про финскую ударную авиацию, но в общих чертах скажем, что организаторы из финнов получились... Контрудары именно, да? И контрудары, и взаимодействие внутри ВВС. В общем, С-10 начали летать задолго до того, как появились вообще финские истребители в небе. Поскольку наши тоже начали летать примерно в то же время. В общем, С-10 несколько раз имели крайне неприятные встречи с советскими истребителями. И только вот, ну, я говорю, виртуозное мастерство владения самолетами финских летчиков, разведчиков, вот, оно как бы спасло тотального вообще избиения. Ну, тут скорее же речь о пикирующих бомбардировщиках, да, идет, наверное. Это вот нет, это обычно 12-й эскадрилья, то есть все, которые на Фокерах летали, они очень все хорошо были подготовлены, да.
Ну, фактически вся 12-я была задействована, как непосредственно взаимодействие со вторым корпусом. Там часть еще из 14-й эскадрильи, тоже фокеры фактически забрали. Специально там под это дело. Там такой специальный даже отряд сформировали. Ну, я говорю, сейчас не будем там. В общем, финские истребители все это время были где-то на своих базах. Да. К тому моменту, как финны взлетели, команда финских ВВС решила, что, пожалуй, пора с ударной частью завязывать. Что-то не то получается. До Балхимов даже речь, дело вообще не дошло. В общем, С-10 летать тоже перестали. С-10 еще так неприятно отхватили 19 декабря. И, собственно, после этого финны решили, что, пожалуй, не будем мы вообще в хорошую погоду летать на разведчиках. Только ночью, там, в плохую погоду. В общем, на истребители надежды мало. Так что, ну, финны около 10 утра, значит, вылетели двумя большими группами. Прям 18 истребителей, вообще там все так серьезно. То есть они оставили там какую-то часть самолетов в резерве, вот, и 18, ну там вылетели две группы. Вот, и полетели, значит, в район контрнаступления финского. Завоевать локальное господство в воздухе. Вот. Надо отметить, что тут же они перехватили эскадрилью 44-го СБАП, и звено целиком уничтожили прямо на глазах ишаков 7-го ВЭАП, которые в этот момент подходили к бою. Ну, в общем, в итоге получилось так, что эскадрилья 7-й ВЭАП сцепилась с одной группой финнов, а эскадрилья 68-го ВЭАП тоже, ну, все на С-16 сцепилась с другой группой финнов. В итоге они там все перемешались. Это был один из самых вообще крупных боев воздушных зимней войны. Там до, там сколько получается, до 50 самолетов участвовало с обеих сторон. Все разошлись довольны собой. Финны заявили об уничтожении 5 и повреждении еще 4 16, плюс к ним еще 6 сбитых СБ в копилочку. Вот. Ну, наши потеряли на самом деле только 3 16, 2 из 7 ВЭАП, 1 из 68. Тут 44 СБ действительно в течение дня потерял 6 СБ. Вот, в общей сложности. А в этом бою 3, да? Ну, вот, ну, вот это звено, они как бы финны расстреляли прямо на глазах у 16. Прямо описано. Наши даже там не очень поняли, что происходит. Мы в этом бою тебя на счет записали протараненный, сбитый тараном двухмоторный истребитель финский. Скорее всего, один из потерь, из погибших 16 столкнулся с падающим СБ. Формально говоря, по очкам финны как бы этот бой выиграли. Потому что они потеряли один самолет в этом бою. Вот. Что-то мне подсказывает, что потеря один, соотношение потерь 1 к 6 получилось. 1 к 9, если быть точно. Ну, это же за день, это же не за один бой. Ну, не за один бой, да. Но вот эти СБ, они были сбиты фактически примерно в то же время, когда шел воздушный бой. То есть сначала они сбили звено как бы. То есть это все-таки потом... примерно в одном и том же месте, да? То есть получается даже не 1 к 6, а 1 к 9 действительно. Да, там потери, конечно, уже неприятно, тем более учитывая, что наших-то побольше было, получается. Это с учетом, да, что истребители. Ну, я говорю, здесь еще наши, конечно, тоже. Нас, этот, я немножко подробнее про этот бой с нашей стороны тоже поговорю потом. Там наши тоже все перемешались, перепутались. В общем, кто во что горазд все действовали. А чьи эскадрили были? 7-го и 68-го, ты говоришь, 6-го, да? Ну, 4-й эскадрилья 7-го, Шинкаренко как раз Шинкаренко. Да, вот. То есть там как бы все участвовали, все те же, включая Покрышева. Угу. Ну, в общем... Что наши-то заявили? Наши там что-то заявили, штук 7, что ли, или 8 фокеров. А скажу, кого? Скажу потом, точнее. Да. Сейчас мне что-то запамятовал, если честно. Финнов подбили один истребитель, он в итоге разбился там при попытке вынужденно сесть. Летчик погиб, да? Нет. А наши летчики? У нас двое погибло, трое, все трое погибли. Кстати говоря, вот Т-16-68 ВЭАП, известна очень фотка, 228 на посте. Это вот он, его обломки, собственно говоря. Там. В общем, финны формально как бы по очкам выиграли бой, но на самом деле они поняли, что, ну, как бы... Оно того не стоит, да? Сейчас-то мы, может, и ничего, сложись обстоятельства по-другому, и... Мы бы отхватили. Не можем мы себе такого позволить. Да. Даже если мы будем там разменивать один там, к 5 наши истребители с советскими, то ну, наши все равно быстрее кончатся. А заявили они 5 сбитых наших, да, истребителей? Да, 5 сбитых, 4 поврежденных. А, вот гады тоже, трепачи. Вот все знают, что треплют языком финские асы. Вруны. А, 9D21 мы заявили. Что такое-то? И мы, что ли, трепачи тоже? И наши летчики...
не сдерживали себя в эмоциях. Это все, и СБ там, и истребители. Все вместе настреляли, 9 на круг, да? Да. Но СБ наши вообще там финнов не жалели. А что их жалеть, с другой стороны? У нас даже там... знаешь, какие шкасы, очень скорострельные пулеметы были? У нас до 11 самолетов финских. Вот у нас был такой там Каськов, он погиб, по-моему. Умер от ран, да. Ему 11 сбитых самолетов записали на счет. Это кто, стрелок? Стрелок СБ. СБ, 11 сбитых. 16-я бригада Героя Советского Союза получил. Не, ну, с другой стороны, то, что он герой-то тут, я не, на сомнений никаких в этом нет. В общем, финны поняли, что... Не стоит, короче. Не надо так больше делать. Там буквально чудом люди некоторые ушли, так сказать, с головой на плечах. Угу. Собственно, финское контрнаступление кончилось тем же. В общем, оно провалилось в самом начале, а к 16 часам уже начался отход в обратную сторону. То есть, что-то они даже полдня не протянули в атаку. Не пошло, да. Поняли, что немножко они зазнались, и надо себя скромнее вести. Ну, в общем, осознание того факта, что тягаться с советскими ВВС на длине фронта, оно пришло как раз вот примерно после этих событий. Финны, в общем, вернулись к своему изначальному плану, который называется «наносим как можно больше потерь, при этом стараемся беречь самих себя». Вот. Тут еще им, конечно, свинью подложили, как ни странно, крайне сочувствующие им шведы. Свинью подложили прям такую капитальную. Вот. Дело в том, что 8 декабря шведская газета «Свенская», да, «Бладеч», не суть какая. Ну, шведская газета. Как шведские корреспонденты 8 декабря написали статью про то, что немцы, значит, поставляют Финляндию вооружение, они реально поставляли 20-миллиметровые зенитные автоматы, они до войны заключили соглашение с финнами о поставке там 130 или 140 зенитных автоматов 20-миллиметровых. И через свою территорию пропускают итальянские истребители и бомбардировщики, которые идут в Финляндию. Стуканули, короче. Свободная пресса, кстати. Наши обиделись, да? Заявили немцам протест, случайно утопили в Балтийском море немецкий пароход. Это просто, видимо, совпадение было. Да, да. Ну, немцы, естественно, с нами ссорятся. Вообще из-за финнов не собирались на тот момент никак. Было бы за кого? Из-за каких-то финнов. Блин. Вот. Поэтому они немедленно эту лавочку прикрыли. В итоге финны не получили там более 100 зенитных автоматов. А итальянские истребители сказали, давайте, ребята, через Гибралтар, вокруг Европы. Давайте, друзья. Хорошо, короче, не через Суэцкий канал послали. Причем в Швецию уже прибыло 2 Фиата. А, вон он как даже. Да, остальные все поехали вокруг. Вот. То есть там 26-я эскадрилья прям вот уже ждала. Да, да, короче, да, она уже прям вот могла. Предвкушала. Да. Ну, грубо теперь, говоря, теперь они, понятно, в принципе, почему они скинули всю матчасть. В конце декабря они, в общем-то, могли бы иметь уже 2 боеспособных эскадрильи. Это было бы, конечно, уже хуже для наших. Вот. Но спасибо шведским братьям. Да. Подложили свободная пресса. Подложили свинью, короче, вот такого рода. Вот. В общем, с 25 числа финны начали оттягиваться назад, финские истребители. А до этого они сидели, вот, как говоришь, вдоль этой ракетной дороги, да? Они сидели фактически, да, вдоль этой линии. Мы схему с аэродромами приложим обязательно, какие где, вот, чтобы было понятно. Но сидели они в основном, вот они там, так скажем, кучковались между Имолой, Суурмерёки, там еще один аэродром, его цену. Ну, фактически, это вот как бы вдоль вот линии железной дороги Коула сортовала. Так или иначе, там просто меняли площадки. Но сидели в основном там. Собственно, они там же примерно сидеть и остались после 25-го. Вот. За исключением третьего звена под командой, уже не раз сегодня упомянутого Луканина, который перебросили в Приладожье северо-западное на помощь 4-му корпусу. Он победу на своем брюстере потом отмечал пивными наклейками. Вот. В общем, их перебросили в Верцель, на аэродром Верцеля в северо-западном Приладожье и сказали, Верцеля, давайте-ка, ребята, помогайте 4-му корпусу и группе Талвела. Причем это была какая-то такая разовая акция, их там буквально на 2-3 дня собирались перекинуть, но в итоге они там залипли до начала февраля фактически. Но поскольку это была разовая акция, естественно, они туда просто прилетели на самолетах и все. То есть ни запчастей, ни там ремонт, ну ничего вообще нету. Когда Луканин понял, что их там, ну, так скажем, уедут они оттуда еще непонятно когда, и он начал там метаться. Он первое время там ездил за запчастями там за 300 километров почти там. Пока там более-менее уже, ну, уже, собственно, в штабе 2-го полка не пришли к выводу, что все-таки ребята там подольше посидят, тогда там уже что-то наладилось, им там даже перекинули
из отряда Вуарелла, 3 истребителя там в помощь. У него в итоге там 10 фокеров там сидело фактически. Там, ну, треть действующей группировки, 24-й эскадрилья, она сидела в Приладожье. Вот. И сидела, надо сказать, с переменным успехом. Ну, во-первых, в третьей декаде декабря очень сильно были численно усилены ВВС 8-й армии. Они там получили 13-й, 18-й СБАП, 3-й тяжелый бомбардировочный полк. Они прям начали, ну, так долбить неприятно по финнам. Собственно, поэтому луку не туда и перекинули. Ну, понятно. Какие-то там перевозки прикрывать. Из-за этого они там, собственно, и залипли. Они прилетели, у них прям все хорошо началось. Они 25-го перелетели, только в тот же день перехватили группу 16 СБ, и 4 из них сбили. То есть это как бы наша страна признает потерю 4 бомбардировщика. Причем еще один там сильно поврежденный долетел до нашей территории. Вот. И вынужденно сел. Ну, по нашим данным, там один СБ огнем земли был сбит. Но это, как говорится, уже. Через 2 дня Певеция, такой, вот, тоже финский ас достаточно известный. Виктор, по-моему. Да. В общем, он перехватил пару истребителей 15 БИС, прикрывавших первый стрелковый корпус. Это были истребители состава отряда капитана Ткаченко. Летчики все молодые, малоопытные. В общем, Пьотсе просто размотал в одиночку 2,15 БИС. Один, ну, он, все там 2 победы засчитали ему. Вот. Но на самом деле он один сбил, да, а второй смог сесть вынужденно. Вот. Собственно, 31 декабря там уже Ютиланин отличился. Он там в очень длительном бою с 16 сбил этот 16. Но на самом деле нет, не сбил. Вообще непонятно, с кем он дрался, потому что у нас это событие вообще никак не отмечено. То есть, по нашим данным, там была буквально такая стычка на короточке. Вот, там финны выскочили откуда-то из облаков, обстреляли там пару 16 и улетели. Тиланин там... У него зато богатое воображение было. Страницы, фантазия. На 3 страницы там бой описан, как он там с ним что-то крутил, маневрировал. Вообще там очень интересно. Ну, зато видишь, какой человек талантливый. Во всем талантливый. Да, да. Кстати, очень забавно. То есть, читать мемуары Лукунина и Тиланина, это прям о, огонь. Да. Там у одного там мы там впятером против 40, а второй... У нас было 9, их 12. Такого плана. Мемуары – это вещь. Да, мемуары – вещь. Читайте мемуары, да, ребят. Очень-очень полезно. Главное, потом только проверяйте, что там написано. Это не важно. Как показывает практика, для большинства людей это неинтересно. Ну, не будет же летчик врать, уважаемый. Да, да, конечно. Память у него, как у компьютера, и вообще. Кстати говоря, такой немаловажный вопрос. А что, собственно, финны считали сбитым самолетом? Да, что? У финнов было как бы 3 категории. Это достоверно сбитый, ну, предположительно сбитый и поврежденный в бою. Достоверно сбитый самолет – это самолет, который как бы упал на территории Финляндии, который можно прямо вот прийти, руками пощупать. Да. Ну, опять же, не надо воспринимать это буквально, да, там никто не лазил там в болото какое-нибудь там щупать самолет. Первый раз, когда они там эти, поэтому... какого там, 1 числа и 19-го, когда у них фоток много, где они там снимают все это. Достоверные победы, они как бы тоже не надо понимать, что они прям вот все там, прям, как говорится, шильдики сняли. Вот. Предположительно, победа... Хотя надо отметить, что такие эпизоды тоже есть, и там того же Сарванта с вырезанным номером СБ мы тоже знаем фотографию. Да, вообще... Да. Классика, так сказать. Вот. Предположительно сбитый самолет – это самолет, который на момент прекращения атаки, да, уходил на советскую территорию. Финнам там в какой-то момент сказали, что лучше вообще там не перелетать линию фронта от греха подальше. Ну, истребители имеется в виду. Вот. Он уходил на советскую территорию с явными признаками там серьезных повреждений. То есть он там резко терял высоту, там дымился, горел, там, в общем, так далее и тому подобное. Но финны полагали, что 75% с таких самолетов, в общем-то, ну, не жильцы. Ну и объективности ради, конечно, в общем, предполагали они так совершенно не напрасно. Ну и поврежденный самолет, соответственно, который было очевидно, что получил повреждение в бою, ну, как бы... Нормально там, уходил, да, короче. Да, улетал более-менее там. То есть, ну, была вероятность, что он долетит нормально. Ну, пока по декабрьским боям мы видим, что финны не сказать, что сильно финны завершали победу. Вообще, в принципе, мы сейчас еще к этому вернемся, к общему результату, так сказать, по декабрю. Вот. Были у них, конечно, отдельные индивидуумы, упомянутые выше. Нет, у них были... Нет, я говорю, ну, финны, они такие же люди, как все остальные. Да, у них там был летчик, у него там из 3 побед вообще ни одна не подтверждается. Вот. Там сбил ДБ-3, там у него пробоина одна в конусе хвостовом, там, когда он прилетел. То есть, ну, в общем,
Там, да. Ну, люди разные, но тем не менее, вот я говорю, сейчас мы затронем эту тему, кстати говоря, да. К концу декабря финны записали на свой счет 7 ДБ-3, 40 СБ, 1 Р5, 12 16 и 2 15 БИС. При этом, по данным отчета ВВС Северо-Западного фронта, боевые потери в декабре составили 6 ДБ-3, 34 СБ, 6 истребителей, 1 легкий бомбардировщик. Еще 3 СБ, 1 истребитель, 10 авиаций противника потеряли ВВС 8-й армии. То есть, грубо говоря, очень близко. Но учитывая, что все равно что-то сбили зенитчики. Что-то сбили зенитчики, да, но зенитчики даже по нашим данным, ну, как бы... Не особо стреляли, хорошо, да, да. Не особо наносили потери в декабре, хотя, ну, в феврале, скажем же, ситуация резко поменялась. Во-первых, насытили вооружение. Да, во-первых, они получили достаточно приличное количество зенитных автоматов, и тут как бы уже... Вот. А в декабре, да, основные потери несли от авиации именно финской. А КБФ понес потери в боях с финской авиацией или нет? С КБФ нет. Вот. КБФ вообще, в принципе, в воздушных боях практически не имел потерь от финнов где-то до февраля. Ну, там редкие случаи. Да. Там зенитный огонь, катастрофа. Ну, вообще боевые потери такие были. Ну, тогда получается, что действительно очень высокий процент. То есть, процент, так скажем, очень-очень-очень высокий. Единственное, там, ну, более-менее серьезный оверклейм, это был по истребителям, но это как бы особенность, вообще, особенность ведения воздушного боя, в принципе, как бы с истребителем, ну, если там, сбив бомбардировщик, можно еще там как бы краем глаза просмотреть, куда он там падает, то там с истребителем такой фокус не получится, если ты, конечно, не один на один с ним дерешься. И то не факт, вот, что увидишь. Но, опять же, да, серьезный реклам, это, как говорится, смотря с чем сравнивать, да, потому что, скажем, да, второй полк потерял за декабрь безвозвратно два фокера и бульдог один. Тогда как только одна 59-я бригада заявила об уничтожении 18 фокеров и 3 бульдогов. А еще 14 истребителей сбили бомбардировщики. Ну да. Ну, судя по всему, бомбардировщики вообще никого из них не сбили. Ну, скорее всего, да, если только вот этот 1 числа над Выборгом, который... При некотором, да, сечении обстоятельств. Да. Возможно, его, да, сбили бомбардировщики. Вот. Тогда, да, тогда получается, что там... Но оверклейм... 1 к 10 примерно, да, там... На 31 декабря эскадриль 24 располагала 30 фокерами, из которых 3 были неисправны. Ну, там они какие-то с завода получали, какие-то у них там уходили на завод в ремонт. В общем-то, там, да, были два или три серьезно поврежденных машины. Там, из них один только по боевым причинам. Вот. Ну, тот же Луканин, там, самолет уехал в итоге на ремонт. Но они все вернулись до конца войны в строй, поэтому как бы считать их сбитыми, ну, при всем желании. Безвозвратные потери, их не отнесешь. Но с фиатами, как бы, финны, как мы говорили, обломались в декабре, да, но они развили очень бурную деятельность в плане закупок самолетов, и поскольку Лига Наций признала их жертвой агрессии, собственно говоря, помогать им можно было. Было, да. Так скажем, кошерно. Почетно. Почетно, да. В принципе, они уже 5 или 8 декабря договорились с англичанами о покупке у них 20 истребителей «Гладиатор». Но тут такой интересный момент, кстати говоря. Мне очень нравится все время. Поскольку англичане еще в начале декабря не определились, что они там, как они вообще собираются. Собираются ли они собираются помогать? Собираются они в конфронтацию с СССР вступать. Они сделали такой ход конем. Они, значит, взяли и сделали так, что финны договаривались напрямую с компанией «Глостер», которую «Гладиатор» производили. При этом они получали самолеты непосредственно из боевых частей, которые... Ну, многоходовочка какая-то. В общем-то, являлись собственностью не «Глостера» никакого, а его величества, так скажем. Вот. Но они на тот момент так бы не хотели еще портить там отношения этим. Вот. Ну, не определились еще. После, конечно, лишения Лиги Наций, там уже по полной программе пошло. Они там подарили уже за 80 тысяч фунтов стерлингов, кстати, продали 20 гладиаторов. Ничего. Бизнес, ничего личного. Да, потом еще 10 подарили, правда. Французы вообще там расщедрились. Сразу 50 маранов им подарили. Вот, безвозмездно передали. Ничего себе. Вот. Маран хороший самолет по тому времени. Ну, по тому времени, да. Еще там пообещали им там порядка 80 этих легких кадронов 714-х. Американцы, ну, бизнес, ничего личного. Да. Продали финнам, опять же, в декабре 3,4 миллиона долларов, 44 брюстера. Неплохие денежки. В общем, грубо говоря, финны так закупились в декабре хорошо. Проблема была в том, чтобы вот это хорошо все дождаться. В начале января начинается как бы история, которая, ну,
по-человечески его понимаешь, но вот с точки зрения, конечно, наверное, военных немножко странно. То есть финны начали пытаться заткнуть истребителями все вообще проходы в Финляндию. Пролеты. Да. И 24-я эскадрилья начинает расползаться такими по звеньям, по как бы, территории. Территории, да. Ну вот у них 1 января у них там первое звено перелетело в Лахте. Ну, это вообще там как бы сильно западнее Карельского перешейка. Ну, им, с одной стороны, им надо железную дорогу прикрывать, с другой стороны, как бы 4-е звено перелетело в Ути. Обратно. Да. В общем, получилось так, что у них на направлении находилось там по 5-6 самолетов. Ну, я говорю, понять их можно по-человечески, но с точки зрения боевой эффективности это, как бы, конечно, не очень хорошо было. Распылили силы, да? Да. Силы распылили прям радикально. При массированных налетах, ну, они фактически беспомощно оказались. 5 числа, например, да, 16-я бригада, ну, там почти 70 бомбардировщиков, там еще одна эскадрилья что-то там, короче, потерялась, так вообще там вылетало почти 80. Вот, они полетели бомбить Микеле, где, собственно, ставка финская располагалась. Ну, то есть там финны смогли поднять именно перехват с аэродрома Йоренин 4 Фокера. Ну, собственно, 4 Фокера они даже догнать не смогли колонну. Ну, там, они не сильно, наверное, даже хотели уже, как бы. Что-то, мне кажется, энтузиазм, когда же, они увидели. Опять же перехватили на отходе. Ну, в общем, в итоге там сбили 2 СБ. Ну, понятно. К 70 машинам. В итоге там Микеле получил там на свою голову больше 20 тонн фугасных бомб и 1500 зажигалок. Он сгорел там все. Ну, там все попали в штаб. Знали, где располагается штаб 3-й дивизии мирного времени, который находился в Микеле, и туда, короче, засадили, да? Четенько, да, если помнишь, кстати, в прошлый раз говорили, что там бывший начальник штаба физических ВВС получил ранение при этом. Да, это как раз при этом. Да. Но, правда, с другой стороны, на следующий день они прям оттоптались, потому что перехватили эскадрилью. Ну, это знаменитый бой 6 января, да, Йорма Сарванта сбивает 6 ДБ-3 6-го ДБАП. По этому поводу есть куча там всяких разных легенд, предположений, версий, да, там, и так далее и тому подобное. Но, да, там Вячеслав Кондратьев выдвинул версию, что Сарванта был на самом деле не один, вот, что их было там несколько, потому что не мог он один никак 6 самолетов сбить. Ну, мне кажется, не очень убедительно. Ну, ты с ним вел спор, да, на страницах. Мы с ним вели спор. Ныне канущего в лету журнала «Авиамастер». Нет, на страницах «Авиамастера» не вели, не, мы с ним в ЖЖ вцепились. ЖЖ. Конечно, случай, так скажем, неординарный, но, учитывая обстоятельства, вполне... Возможно. Вполне реально, да. Ну, могло такое случиться. В общем, повторюсь, да, история достаточно известна, почитать материалов полно, поэтому я не буду там на ней зацикливаться. Ну, как говорится, сбил. Ну, что тебе? Ну, из эскадрильи там из там девятки из, ДБ-3, да? Из восьмерки ДБ-3, там один сбили на пути туда, и 6 на пути обратно. 7-й там с повреждениями смог все-таки вернуться, хотя финны его тоже сбитым записали. Тут надо отметить такой момент, что финны из обломков наших самолетов получили не только знания об уязвимых местах, но еще кучу документов. В том числе имели уже к началу января прекрасное понимание от, собственно, тактики действий наших. То есть, куда наши там самолеты уходят, там, маршрут туда, маршрут обратно. Ну, то есть, они штурманские карты получили. Да, да, да. Наши вообще очень шаблонно летали. 27 декабря ставка даже была вынуждена. Приказ специальный, наша ставка уже. Специальный приказ создать, типа, так делать нельзя, пожалуйста. Делайте так, как вас учат уставы там бомбардировочная авиация, т.д. т.п. Ну, в общем, как бы не в коня корм был. То есть, возвращение по курсу на цель и обратно зачастую проводилось по одному и тому же маршруту на одной и той же высоте. Либо так, либо они долетали, грубо говоря, там, до цели. Если летали в центральную Финляндию, они долетали до цели и возвращались, ну, тоже стандартным маршрутом, либо через Приладжи, либо через финский залив. То есть, было несколько коридоров, группа, да? Да, группа Мастренко, которая уничтожила Сарванта, она полетела обратно через финский залив. Маршруты были известны, то есть, грубо говоря, там пост в нос засекает, куда они полетели, все, там мы уже знаем, куда они прилетят. Вот. Ну, там в прилад даже их там перехватывать особо там некому было, да, кроме этого. У него там и своих дел полно было. А эти вот, да, они вот. Причем они должны были взлететь парой, но в итоге там у Магнусона отказал
что-то там с двигателем, какие-то проблемы случились. В итоге взлетел один сорвант, там за ним еще потом Савельев следом взлетел, но он уже там к шапочному разбору прилетел. Ну, а так вот, по твоим прикидкам, Фокер из своих пулеметов, то есть в чем еще вот сомневался Кондратьев, то что сможет ли расстрелять такой большой железный самолет, как ДБ-3? Да что, нет, двигатель, баки, все. Он под хвост заходил и бил просто. У него все крылья в дырках были. То есть, вот он, то, что у него торчало из-под хвоста, ему прям продырявили, как положено. Вот. А как бы. А у него баков крыльев не случилось, к сожалению. У него крыльев баков. А он расстреливал, как бы, баки. Баки, двигатель, все. Баки не протектированы, соответственно, поэтому после нескольких попаданий, в общем, самолеты загорались. Учитывая, что финны, как мы видим, стреляли очень хорошо, если финны они могли прекрасно там стреляли, нашпиговать там 150. Ну, высота 56 попаданий. Это вот маневрирующие, замечу, там не просто так. Ну, тоже как бы говорит о многом. То есть, вот эта ставка на их огневую подготовку до войны, она сработала именно вот в этом плане? Сработала по полной программе. Тут нам еще, конечно, погода свинью подложила порядочно, потому что в середине января ударили очень сильные морозы, и к которым мы, как обычно, оказались не готовы. Зима, мы не готовы к зиме. Да, снег был внезапно. Бывает всегда. И у нас прям боеспособность ВВС, пока мы поняли, что с этим делать, там самолеты заморожены, эти там разморожены, в общем, все плохо. Грелки надо срочно. В итоге да, чтобы летать на боевые вылеты, даже в хорошую погоду, там буквально собирали там. Понятно. Какие-то сводные группы. Ну, очень яркий пример, да, например, 17 января штаб ВВС, уже тогда Северо-Западного фронта, поставил задачу разгромить Лупинранту. Аэродром? Нет. А, просто город? Военно-промышленный объект в Лупинранте. Там станцию, завод, короче, аэродром там до кучи. В общем, ну, все. Вот. Сравнять с землей. Да. И при том, что там на тот момент у них было несколько сотен бомбардировщиков, они смогли в воздух поднять 20 машин. Ну, понятно. Из них 16 из 16-й авиационной бригады, которые долетели до Лупинранта, надо отдать им должное, отбомбились. И на обратном пути, короче, финны их перехватывают и чехвостят. В итоге из 16 машин на аэродром вернулось 9. Вот. 5 экипажей погибли в полном составе. 2 там еще сели вынужденно на своей территории. Но тут, надо сказать, уже у ставки нашей кончилось терпение, потому что, ну, сколько можно уже. Да? Причем ошибки одни и те же, прям грабли. Еще надо отдать должное, кстати, финны достаточно большой группой метелили девятку, по-моему, 54-го СБАП, она наибольше потерь понесла. А герой, так сказать, предыдущих событий сорванта атаковал там в одиночку 31-й СБАП и смог сбить только один самолет. То есть, как бы, вот, к вопросу о том, что, ну, да, потому что эти между собой взаимодействовали очень четко. Они вплоть до того, что они сбросили скорость, чтобы оставшийся бомбардировщик их догнал. Эта группа хорошо держала строй, прикрывала взаимно друг друга, и поэтому как бы сорвант вот он один смог сбить, потом решил, что нет, все, хватит на сегодня. Но очередное избиение уже как бы ставку нашу, так сказать, довело до крайности. Она, в общем, там 18 числа издает совершенно разгромный приказ, в котором прям уже категорически требует выполнять требования там ставки от 27 декабря. И в том числе категорически запретил полеты к цели и обратно без сопровождения истребителей в глубину. Кстати говоря, 17-го должны были лететь истребители, но по погодным условиям не смогли вылететь. Они полетели без прикрытия. Вот. Ставка категорически запретила такие полеты. То есть в глубину Финляндии летать, если истребитель мог, ну, понятно, что там до Юэскюля какой-нибудь истребитель просто не долетает. Но там цель типа Лапианранта, Иматра, то есть без сопровождения истребителей летать запретили. То есть можно сказать, что успех финнов, в общем, в каком-то смысле боком он вышел. Отдельно, кстати говоря, надо упомянуть ситуацию с линией фронта. Дело в том, что 18 января основные усилия наших ВВС были переключены на подготовку к штурму линии Маннергейма. Они начали долбить прямо во фронтовой полосе. То есть налеты там в глубину территории Финляндии уже так, ну как, то есть производились спорадически. И долбить начали все там, начиная от СБ и заканчивая истребителями. А финны на линии фронта, финские истребители над линией фронта вообще не летали. И самая, конечно, была беда большая, это как бы корректировщики артиллерийские.
потому что артиллерия наносила гораздо, приносила гораздо, ну, потому что СБ там по переднему краю бомбить не могли, в силу того, что по своим могли засадить. Артиллерия лупила прям, мама не горюй. И корректировщики, и, собственно, эти аэростаты наблюдения, они стали прям вообще головной болью финского командования. И они требовали, чтобы как бы истребители их уничтожали. А истребители на длине фронта, не, потому что они там свою задачу. Там еще Лоренц подлил масло в огонь тем, что в начале января повторно запретил вступать в воздушный бой с истребителями. Еще в январе вообще воздушных боев практически там не было, да? С истребителями не было. Вот. Там, в общем, прям конфликт назрел между армейским командованием и ВВС. В итоге, в общем, вынудили, так сказать, вылетать на перехват корректировщиков. Но поскольку корректировщики, аэростаты были очень сильно прикрыты там, патрулирующими истребителями, ПВО, финны смогли за январь сбить два корректировщика и два аэростата. Тоже неприятно. Это неприятно, но там прям четко наш вот провал. Вот именно это провал был организации взаимодействия. Один раз там решили, что там можно непосредственно сопровождение уделять, там группа будет патрулировать, а патрулирующая группа улетела, конечно, корректировщики прилетели, прилетели финны и, в общем, сбили. В северо-западном Приладжи тоже как дела шли не фонтан особо в январе. Там проблема была в том, что из-за специфики местности там служба в нос вообще фактически как бы... Народу мало, да? Постов нигде поставили. Постов мало, да. Сообщения все с запозданием приходят. Эти далеко от линии фронта еще. Ну, Вертель достаточно далеко от линии фронта была. Вот. Эти сидят далеко от линии фронта. Ну, в общем, в итоге они либо там вообще не получили предупреждение, либо получили предупреждение слишком поздно. То есть все встречи с советскими самолетами, они как бы были достаточно спорадическими. Незапланированными, скажем так. Как бы они там все равно периодически сбивали. Но когда я говорю, что не было воздушных боев, не было воздушных боев на перешейке. В Приладжи были, потому что здесь наши истребители... Ну, как бы действовали очень достаточно в тесной связке с бомбардировщиками, патрулировали очень много вообще. Там 49-й АП? Да. Это к вопросу, кстати, о том, что капец молодой и бестолковый. Я так не считаю, например. Ну, ты вообще не показатель, мы все об этом знаем. Ты вообще ничего не понимаешь. На самом деле он как бы вот в этом плане организовывал достаточно неплохо действия с подчиненных ему С-8 армии. Это кто не понял, речь идет про героя Советского Союза Ивана Ивановича Копица, который только недавно приехал из Испании к этому моменту. Да он там откуда только не приехал к тому моменту. Вот уже везде был. И вот в одном из боев воздушных, ну их было не так, чтобы много, но несколько стычек было. И вот в одном из воздушных боев чайки 49-й АП сбивают Фокер Пентти Теодора Тилли, старшего сержанта. Это был четвертый финский ас, добившийся 5 побед. Причем он пятую победу одержал в тот же день. Сбил там ДБ-3, возвращающийся как раз через их территорию. И буквально там спустя несколько часов погиб в бою с чайками 49-го. Что, пешку сбил? Или там не понял? Ой, сейчас не вспомню. К концу января у финнов таких вот граждан с 5 победами было уже 6 человек. Нормально так. Еще один упомянутый нами сегодня ас. Варелла. Такой брехливый немножко. Ну, да, немножко он там 1 числа завысил свои успехи чуть-чуть, два раза. Он имел на своем счету 4 личных, 4 победы и 1 поврежденный самолет, но до аса не дотянул, паялся в дерево при посадке в конце января и погиб. Самоубился, короче, ясно. Вот. Как говорит молодежь, самовыпилился. Ну да. В середине января начали, кстати, прибывать гладиаторы. Англичане прям быстро сработали в течение месяца. Вообще финны собирались использовать, знаешь, как... Ну, они как бы гладиатор не считали там приличным самолетом. Хотя, на самом деле, он по скорости такой же, как Фокер 21 был. Ну, плюс-минус там. Вообще уделывал по маневренности просто как бы ковцу. Но при этом там хуже набирал высоту и хуже пикировал. А это как бы для финнов были основные показатели, поскольку у них авиация там на перехват была заточена. Они решили, что гладиатор вообще прекрасный самолет для эскадрильи взаимодействия с армией. Ну, логично. Можно перевооружить по 1-2 звена в каждой эскадрилье, и они могут и прикрывать разведчики, сами вести разведку. И опять же, избавимся от вот этого вот всего старья. Там Фокер 5-й, Райпан и прочее. В общем, план был такой. А вот эти там мараны,
Брюстеры, Фиаты, они уже там пойдут как бы на вооружение, собственно, второго полка. Под них уже начали там еще две эскадрильи формировать, там 22-ю, 28-ю. Угу. Вот. А тут, значит, происходит облом с Фиатами, 26-я сидит, значит, получается, ничего не делает. И, в общем, бамбук курит. Да, решили переиграть. Решили, что пока мы перевооружение первого полка отложим, и пока Фиаты не приедут, мы дадим эти гладиаторы 26-й эскадрильи. Что они, собственно, сделали? К концу января уже 11 самолетов они получили. Из 24-й эскадрильи вернули часть личного состава, который тут забирали, в том числе, в их числе, скажем, был один из лучших финских асов в будущем, сержант Томинин. К началу февраля эскадрилья, ну, можно сказать, достигла частичной боеспособности. Так что уже в 24-м, можно сказать, была не одинока. Это, ну, повторюсь, финны как бы не особо рассматривали их в качестве истребителей. Таких, полноценно, да? Да, поэтому они их решили использовать, ну, в роли таких супербульдогов. Угу. То есть, тоже на периферию всякую. Вот одно звено 26-й эскадрильи перебросили в Приладоже, что позволило вернуть отряд Луканина оттуда. Как раз в Вертеле они его перебросили. Да. Ну, ты писал, статью. Да. Про то, какие ты статьи пишешь, мы говорим, когда будем о февральских боях говорить. Отличный бой был просто вообще. Да. Я имею в виду, что наши навтыкали нормально. За январь финны заявили 24 сбитых СБ, 11 ДБ-3, 2 Р-5. При этом ВВС Северо-Западного фронта признали потерю 9 СБ и 10 ДБ-3. Но тут как бы надо тоже ремарочку небольшую ставить. Дело в том, что отчеты наши, такие обобщающие, они там тоже наши лишних шишек-то вешать все не хотели. Вот. Скажем, да, там по событиям 17 января, там у нас с битвами проходит 4 СБ только. Почему? А потому что один записали в катастрофы, А-а-а. Он же на свою территорию упал и сгорел. Угу. А еще один в аварии. Так потому что там экипаж вышел. Но тем не менее, все равно 19 самолетов, да, как бы. И еще плюс к этому 16 машин потеряло ВВС 8-й армии. По боевым причинам. Ну, там большая часть, да, была ПВО сбита. Угу. Вот, истребителями там, ну, примерно меньше. Половину, да. Но тем не менее, опять же, да, повторюсь, что у нас там получается 19, да, 8, 27, финны заявили там 30. А, ну, 2 Р-5, собственно, да, мы 2 Р-5 так потеряли. Финны заявили там, сколько, 35 бомбардировщиков, ну, наши там признают где-то 27 примерно, 27-28. Получается. То есть, опять же, оверклейм, как говорится. Ну, прям скажем, практически его нет. Практически отсутствует, да. Ну, финны за январь потеряли, как мы уже сказали, 2 Фокера вместе с летчиками. Еще 2 были серьезно повреждены. Один там в бою, второй, ну, один там при атаке бомбардировщика, второй там тоже столкнулся с другим Фокером на рулежке. Ну, это я имею в виду самолеты, которые в заводской ремонт отправились. Боевая, в общем, да. Причина. Казалось бы, все хорошо. Можно сказать, отчасти сохранили. Ну, те же три десятка Фокеров, ну, у них остались. Примерно там плюс-минус, как там оболталось на тот момент. И получается, англичанские вот эти 30 прибыли, да? И, да, к 18 февраля уже все 30 гладиаторов были получены. Вот. С начала января начали прибывать Фиаты, потому что там третье звено 26-й эскадрильи сразу на Фиаты перевернулось. Ага, вот так даже так. Да, ближе к концу февраля начали марать. То есть, казалось бы, все хорошо. Но хорошо, да нехорошо, потому что советское командование сделало выводы, соответствующие событий прошедших. И, так скажем, начиная с февраля, жизнь у финских истребителей очень сильно усложнилась. Вот их попытки, так сказать, вести активную игру вылились прямо в натуральное избиение. Но об этом мы поговорим в следующий раз, да? Да. Сейчас хотел только единственное сказать, что все-таки, ну, мы видим, что соотношение потерь какое-то чудовищное, да, там 30 там, к 1, но это мы не учитываем финскую ударную авиацию сюда, правильно? Ну, пока нет. Но по соотношению потерь мы обязательно поговорим, когда будем, так сказать, подводить вообще, в принципе, итоги зимней войны. Ну, я сразу скажу, да, так. Когда тебе там начинают объяснять за то, что 1 к 10, да не может быть, как мы победили, да, при том, что ты не говорил, что 1 к 10. Неважно. Это общее соотношение потерь по финской, да, вот оно
один там к 8, один к 10, это общее соотношение потерь. Это там не в воздушных боях, не в отдельных, это именно будет общее примерно соотношение потерь. Но я думаю, вряд ли кто-то может сказать, что мы зимнюю войну проиграли. Ну нет, конечно, есть такие люди, но это отдельные одаренные граждане. Да, спасибо. Тогда в следующий раз продолжим про более успешные действия уже советской авиации. Про менее успешные действия финской авиации, потому что сейчас у нас речь про финские ВВС. Спасибо. Приходи еще. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания.